большой привет, добро пожаловать на мой канал и подписывайтесь на него, если вы еще не подписаны. И у меня сегодня на обзор пришли материалы Николь Дайли, и если вы о них ничего не слышали, это неудивительно, ведь это популярный и достойный бренд, но в Китае. У них есть свой личный сайт, это не AliExpress, нет. У этих гель-лаков очень милые маленькие флакончики, это гель-лаки кошачий глаз. Мне также прислали магнит к ним, магнит мощный, хороший. Но эти кошечки нужно наносить на какую-то цветную подложку. Зачастую это просто черный цвет. Блик собирается быстро и выходит четким и выразительным. С этими лаками мы сейчас и будем делать маникюр, так как и база, и топ тут тоже есть. Будем тестить. Помимо гель-лаков, такие компании присылают мне и обычные лаки, хотя я говорю, что не пользуюсь ими. Но лаки меня удивили. Во-первых, они очень забавных, ярких цветов. А во-вторых, они супер пигментированные и ложатся без проплешин в один слой. Раньше мы всегда избегали таких глянцевых цветов, всегда брали что-то с блестками, иначе требовалось 100 слоев, которые сохли целую вечность. Ну и стоят эти хорошенькие лаки, я вам скажу, как и баночка гель-лака. Ссылку на сайт я оставлю в описании к этому видео. И вот думаю сделать для вас конкурс. 8 марта не за горами. Поэтому лично от себя хочу отправить набор этих очень красивых кошачьих гель-лаков. Условия участия слушайте в конце видео. Сейчас к ноготкам. Убираем наш шоколадный маникюр керамической фрезой из прошлого видео. Ей уже срезаю длину натурального ногтя. Отодвигая пушером кутикулу, сразу становится видно, сколько налипло птеригия на ногти, что у меня даже фреза запуталась. Мне проще работать фрезами с тупым концом, как-то не так боишься поранить и хорошо при этом смело работаю ею, меняя реверс, чтобы хорошо проработать и раскрыть оба синуса. А далее остается только по контуру срезать кутикулу ножничками. Довольно важный момент – это шлифовка. Раньше я не придавала этой части большого значения. И сейчас понимаю, что зря, маникюр выглядит намного чище и опрятнее. Ноготки уже обезжирили, пока вытирали пыль, теперь праймер и затем база. Вот такая она тут жиденькая, не особо вязкая, но я любыми базами делаю выравнивание, даже если она для этого не предназначена. Получилось довольно неплохо. When you don't wake up next to me, you're incomplete.
Кошку я кладу черный цвет, потому что блик мы будем делать радужный. Одного плотного ровного слоя может хватить, но вы смотрите по своим лакам, позволят ли они вам это сделать. Наношу сразу все аккуратно с первого слоя, так как у кошки основа прозрачная, а в ней присутствует только цветной пигмент. Поэтому если скосячите на черном, будет все видно. Липкость я сняла, потому что первая попытка мне не понравилась, поэтому ноготок матовый. Больше ни на что это не влияет. На подложку поочередно наискосок выкрашиваю кошечки, буквально по одной полосочке. Золотой очень яркий, поэтому перемешиваю его кистью с соседним цветом, чтобы не было такой яркой границы. Подношу магнит по диагонали, но в обратную сторону от нанесения, чтобы полоса блика захватила все цвета. Вот такая радуга получилась. То же самое я делаю на всех пальчиках. Занятие очень интересное и забавное, поэтому советую тем, кто еще не умеет или не любит рисовать, попробовать такой дизайн. А смотрится на ногтях он просто волшебно. Заметили, наверное, что поверхность ногтя неровная. Исправим это топом. Делаем легкое выравнивание. Он, кстати, без остаточной липкости. Очень интересно ваше мнение об этом маникюре. И как я и говорила, не за горами 8 марта, и я решила подарок от себя. Почему я такой акцент на этом делаю? Потому что отправлять лично я могу только по Украине и России. Но если мы вместе проявим большую активность комментариев и просмотров, я попробую у фирмы попросить для вас еще один конкурс позже, товары которого они смогут отправлять по всему миру. А сейчас мои условия конкурса. Пишем комментарии под этим видео в виде просто ссылки на свою страницу ВКонтакте, это раз. Ставим лайк под этим видео, ну это само собой, мне же тоже должно быть приятно, это два. И рядом с лайком есть кнопочка поделиться, делимся видео ВКонтакте, это три. Важная деталь, на время конкурса открываем доступ к своим страничкам, чтобы я проверила, что вы поделились этим видео с друзьями. Кто не зарегистрирован ВКонтакте, в разделе поделиться вылетает еще Facebook, Twitter, Одноклассники, можно в любые эти соцсети, но как видите, Инстаграма там нет, поэтому оставляйте ссылки на свои соцсети из предложенных. Победитель будет один, и он получает весь набор кошечек. Результаты будут 26 февраля вечером. Участвуйте, я всем желаю удачи и победы, всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока!